Как говорится в известной пословице, завтракай как царь. Сегодня я представлю вам блюдо, которое сделает ваш завтрак праздничным, вкусным и питательным. Для этого нам потребуется яблоки, мука, сок, изюм, молотый кориандр, овсяные хлопья, кокосовая стружка, растительное масло и сахар. Первое, с чего мы начнем, это мы нарежем яблоки в нашу форму. Для этого мы сначала смажем форму, чтобы сразу уже туда выкладывать яблоки. Яблоки нужно резать не очень крупно. Количество яблок вы можете регулировать сами, кто хочет больше, кто хочет меньше. Можете попробовать и другие фрукты. Но мне больше нравятся яблоки. Также вы можете яблоки сверху посыпать корицей, если это вам тоже нравится. Яблоки и груши, они очень любят корицу. Яблоки мы нарезали, теперь приступаем к продуктам второй группы. Мы смешиваем стакан муки, изюм, сок и молотый кориандр. Вместо сока вы можете использовать разведенное варенье. Если нету ни варенья, если нету сока, то тогда можно взять полстакана сахара и стакан воды. И все это перемешать. Мы хорошенько перемешиваем, и потом этой массой мы заливаем наши яблоки. Теперь мы смешиваем последнюю группу наших продуктов. Это мы соединяем муку, овсяные хлопья, наши любимые овсяные хлопья, кокосовая стружка, сахар, ванильного сахара мы добавим. Сейчас мы сначала перемешиваем сухие продукты хорошенько. Потом добавляем растительное масло. Еще раз перемешали. У нас должна образоваться такая конкообразная масса. Если кто-то готовил гранолу, вот должно быть похоже, как в граноле. Так. И добавляем еще полстакана воды. Наша запеканка побывала в духовке. Где-то 20-30 минут она выпекается на среднем огне. И вот она уже готова. Я советую эту запеканку подавать с молочным коктейлем или с соком. Ну, можно даже и с чаем. Прошу, приятного аппетита!